Излияние лавы началось из вершинного кратера Ключевского вулкана. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Свечение в кратере появилось еще 2 октября. Предыдущее извержение стромболианского, вулканского типа и с излиянием лавового потока продолжалось с 1 ноября по 3 июля, с 1 ноября 2019 года по 3 июля 2020 года, этого года. После этого вулкан молчал. 2 месяца, почти 3 месяца мы постоянно, естественно, за ним наблюдали, но только фумарольной активности и никаких больше движений. Но 30 сентября мы увидели стромболианскую активность. В начале октября, 2 октября, мы увидели пепловые выбросы небольшие над кратером. То есть стромболианская активность проявилась также и уже вот 4 октября по Пахончевскому желобу начал изливаться лавовый поток. Насколько мощным может быть извержение, пока трудно сказать. Когда изливается лавовый поток обычно, то такая более-менее спокойная активность. Но когда извержение заканчивается, то проявляется мощная вулканская, даже иногда субплинианская, то есть мощная эксплозивная фаза извержения, которая вот может, конечно, немножко и проблем и населению предъявить, и авиации также, потому что если это мощное извержение будет, сильное извержение, фаза эксплозивная, то пепел может подниматься до 8-10 километров над уровнем моря, пепел может выпадать в Ключах, в Козыревске, в Усть-Камчатске. Иногда пепел при таких сильных событиях доносит и до Петропавловска-Камчатска, мы знаем такого. Такие события в его истории. Поэтому, опять же, будем смотреть по факту и предупреждать о или грозящей, или существующей опасности. Туристам рекомендуется сейчас не приближаться к кратерной зоне вулкана.